Вот такая у нас сегодня погода. День завершается 3 ноября. В Москве там вроде тоже метет все. Но у нас без фанатизма, конечно, но все белым-белым. Пойду отнесу кофе крысоньку. Елки тоже. Как-то прям рановато. Ну, это стает, конечно же, еще все. Но 3 ноября у нас вот такое вот. Все, ничего не убрано вообще просто. Все горшки, все мешки, все у меня лежит. Здесь все еще разбросано. Вот мы начали разбирать, а потом все доски намокли, и как бы их складывать в штабеля мокрыми нельзя. Так все и осталось. Разруха. Как обычно, зима подкралась незаметно. Неожиданно. О, вот так даже красивее получается. Ну, вообще, 3 ноября, да, достаточно неожиданно для наших мест. Кофе. Так. Я тебе крысоньку несу. Да? Держи. Мне сейчас телефон упадет. Держи крысу. Вкусный. Вкусный, сочный, белый. Тихо-тихо-тихо. Такой ты возмущенный сов. Да. Не переживай. Все. Пойду к елке. Зима-зима прям такая. В самом делешняя. Метель еще такая. Елка сегодня ни угу ни разу вообще была. Видимо, она знала, чем все это закончится. Ну, ой, хоть под крышу ушла. Ты же ушла под крышу, да? Молодец. Ты все еще не угу? Ёль. Угу. Все, угу. Будешь сейчас или потом? Нет, сейчас не будешь. У тебя одна маленькая. И вторую маленькую тебе положу. Вот. Ну что ты? Уютишься, да? Ну, молодец. Вот, а то утром не угу и не угу. Недовольная, смотрела на гостей. У тебя крыша прикрылась. И все сползет потом. Да, сова? Угу. Вот. Ну ладно, давай, пойду я видео делать буду, да? Про сову. Угу. Да не, не про сову, а про то, как у нас прошел день. Очень внимательно слушает. Надо еще. А уже тут как-то. А, ну тут вон снег налип. Все-таки сейчас где-то ноль, потому что мокрая земля. И снег мокрый, липкий. А потом будет 0-2 завтра у нас. Но завтра тоже снег идти будет. Вот. Красиво же вот. Только вот этот квадратик бассейна мне совсем не нравится. Но я его камушком, надеюсь, что обложу камушками. Потом будет нормально смотреться. Да, кубик? Фонарями светит своими. И вот так вот у нас совешня смотрится. Там еще свет не гаснет, еще рано. Ну вот, зима, здрасте.